В городском доме культуры состоялась церемония чествования талантливых педагогов и детей, добившихся больших результатов в сфере культуры и искусства. Торжественное мероприятие проводится уже второй год подряд. В Славянском районе много талантливых и одаренных ребят, которые одерживают победы не только в школьных олимпиадах, но и в творческих состязаниях. Участников и призеров краевых и всероссийских конкурсов в области культуры и искусства чествовали в городском доме культуры. Ребят и их педагогов с отличными результатами обучения, о чем свидетельствуют многочисленные победы в конкурсах и фестивалях, поздравил начальник управления культуры Дмитрий Решмит. Мы с вами подвели уже итоги за прошедший учебный год. И надо сказать, что в этом прошедшем учебном году мы с вами показали действительно хорошие результаты. Нам есть чем гордиться. Наши детки выступали и на краевых сценах, и в залах филармонии, и кубанского хора, и даже с губернатором Кубани, и выезжали за пределы Краснодарского края. И каждый раз, когда мы видим наших детей, наших педагогов на больших концертных площадках, ну и не только на больших, естественно, начиная с наших малых концертных площадок, домах культуры, поселения, в городском доме культуры, на краевых мероприятиях, мы всегда испытываем чувство огромной гордости. Особенно, когда звучит Славянский район, детская школа, детское искусство или детская художественная школа, и выходят наши дети. Всегда это очень радостно, приятно, и чувство гордости нас не покидает. В прошлом году управлением культуры была учреждена особая награда, которой будут отмечаться участники и призеры краевых и всероссийских конкурсов. А называется эта награда «Гордость Славянского района». Талантливые педагоги и их воспитанники были отмечены грамотами и денежными премиями. Подпоринову Людмилу Николаевну, преподавателя Анатольской школы дисциплины детской школы искусств «Станица Петровская». После педагогов были отмечены юные славянцы, которые смогли добиться успеха в творчестве и искусстве. Все они действительно являются гордостью Славянского района. Благодаря своему учителю Подпоринову Людмиле Николаевне я добился таких успехов. Спасибо ей большое. Еще меня вдохновляет группа «Король и Шут». Мой друг Роман Панченко. Я с ним с детства дружу, мне нравится с ним петь. Мы поем разные жанры. И патриотические, и народные. Я получаю много достижений и много наград благодаря своему преподавателю Конышевой Любови Владимировне. Она профессионал высшего класса, и я очень горжусь, что она мой преподаватель. Мне нравится играть на баяне, потому что на нем можно играть много стилей музыки, видов. Танцами я занимаюсь уже 7-й год. Мне очень нравятся танцы тем, что можно через свои движения передать все свои чувства и эмоции. Я очень люблю выступать с нашим коллективом. Моя учительница Ксенженко Вера Александровна – замечательный педагог. Я уже ее знаю который год, и она всегда нас наставляла. Кроме обычных занятий, она с нами ведет разные диалоги. Впереди у ребят и их педагогов новый учебный год. Пусть он принесет им новые победы и достижения. Анна Монастыренко, Станислав Бурбыко, программа «События».